Здравствуйте, взрослые! Здравствуйте, дети! Я Дед Мороз. Я приношу каждый год подарки. В городе Оттава мы каждый год, начиная с 2015 года, у нас есть такая традиция: Дед Мороз и Снегурочка дарят подарки бесплатно всем детям из небогатых семей, из всех семей, где родители не работают, одиноких родителей и так далее. Вот уже с 2015 года мы каждый год собираем, нам приносят игрушки, жертвуют деньги. Мы на эти деньги покупаем подарки. В этом году мы планируем где-то охватить от 100 до 200 детей. И поэтому мы просим вас тоже присоединиться к нашим пожертвованиям. Вот ссылка внизу под этим видео. Или просто, если у вас есть какие-то новые детские игрушки, они распечатанные желательно, потому что мы, к сожалению, из-за ковида не можем развозить старые игрушки, привозите их, а мы с удовольствием подарим их детям, которые в них так нуждаются. Ведь детям так нужна сказка, ведь дети так хотят верить Деда Мороза и Снегурочку. И для детей это огромная, огромная радость и опыт, который они запомнят на всю жизнь, что к ним приехал живой Дед Мороз. И кроме того, если у вас, вы живете в городе Оттава или Гатино, и у вас есть знакомые, которых дети из таких семей, которые не могут родители позволить себе заказать Деда Мороза платного, то, пожалуйста, свяжитесь, напишите мне личное сообщение, и мы будем рады добавить этих детей в этот список. Потому что в этом году у нас очень много желающих пожертвовать, поэтому мы будем детям дарить подарки из всех семей. Пожалуйста, сообщайте, если у вас есть знакомые такие дети. Мы будем рады доставить детям радость, как мы делаем каждый год, и будем делать это и впредь. С наступающим Новым годом!